Самара полным ходом готовится к лету. Ежедневно с городских дорог убирают мусор, приводят в порядок и ограждения на перекрестках. Первым делом их отмывают обычной водой от грязи и копоти, а потом зачищают и красят. Главный архитектор Самары для каждого района города определил свой цвет пешеходных ограждений. В Октябрьском он голубой. К дорогам особое внимание. Их пылесосят и моют шампунями. В настоящий момент из почти 800 улиц, подлежащих мойке, 155 уже сданы, и работа по мойке по ним начата. Шампунь, его надо после нанесения в течение часа смывать. Он должен уходить. Поэтому шампунь, если будет использовать, то только на новых дорогах, которые отремонтированы. Улицы приводят в порядок целый парк спецтехники. Вакуумно-подметальных машин 19, 14 поливомоечных. С каждым днем их будет больше. Все зависит от скорости уборки крупного мусора. Всего под кисть коммунальных художников попадет 45 тысяч километров пешеходных ограждений. Сейчас, конечно, занимаются городом, что очень приятно. И наши отношения самые положительные. Самару коммунальщики планируют очистить от пыли и грязи к майским праздникам, но уже первые глобальные изменения будут видны к общегородскому субботнику 23 апреля. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.